Паскаль, поступила онлайн-заявка на кредит. Отлично, за работу. Нужна волшебная карта. О-о-о! Максимальная сумма до 3 миллионов тенге. Минимальный пакет документов. Беспроцентный период до 50 дней. А главное, удобные процентные ставки. И не забудь доставить карту прямо в руки клиента. Касса Нова. Быстрый, комфортный, твой. 595. Звонок с мобильного бесплатный. Это город сегодня. Здравствуйте. Наш генеральный партнер – банк «Касанова». 28-29 сентября в Актюбе пройдет масштабный форум земляков. Ожидается приезд более 300 гостей, которые когда-то родились и выросли в нашей области, а сейчас живут в разных странах, но не забывают о своей малой родине. Подготовка к форуму «Туханжер» ведется несколько месяцев. Сейчас особенно активно. Ремонтируются дороги, на центральном проспекте в выходные укладывают новый асфальт. В разных районах города сооружаются яркие композиции, а школьники уже несколько недель репетируют праздничное представление на стадионе имени Кобланды Батыра. На страницах в социальных сетях публикуются портреты знаменитых актюбинцев. Звезда эстрады Димаш, трансплантолог Доскалиев, профессор Назарбаев университета Зиннетулла Инсепов, композитор Бейбит Орал и другие. Новые технологии тоже взяты на вооружение. В социальных сетях появились страницы «Умный город Актюбе», где уже, например, можно скачать приложение с маршрутами движения автобусов. В последние перед форумом дни организаторы заняты так, что никого не оторвать для интервью в студии. Поэтому мы поговорили по телефону с руководителем областного управления культуры Маржан Курганбаевой. Маржан, здравствуйте. Итак, в июне у нас уже был форум «Туханжер». Это продолжение? В июне была предварительная встреча с представителями разных категорий. И там были и предприниматели, и люди искусства, которые Акин собирал их для того, чтобы обсудить вопрос организации этого форума. Кого пригласили из других городов и стран? На сегодняшний день, по информации внутренней политики, которые они же полностью в списке собрали, приглашенных, более 200 наших земляков, где-то из 15 стран. Это все предприниматели, это и врачи, допустим, это ученые, профессора, которые подтвердили участие в этом форуме. Какая программа ожидает гостей? 27 числа уже день заезда основного состава. Программа очень обширная. 28 начинается именно с открытия этого форума в здании Академии творчества, который на БАЦ-2. Запланировано посещение таких социально значимых объектов, которые в рамках ГЧП, в рамках ответственности бизнеса, социального ответственности бизнеса построенные. Жек-пи-жек-сарай, дворец единоборства, открытие, и там же будет турнир международный на поджудо, на приз президента страны. Посещение нескольких объектов, социальных объектов, которые запланировано, в том числе Унир-Урталга, это дворец молодежи, который строится, где непосредственно организованы выставки малой архитектурных форм, скульптуры, картины, концертный зал на 1200 мест. В 15:30 начинается конференция во дворце студентов «Актюбе вчера, сегодня и завтра», непосредственно на эту тему, где в фойе, конечно же, еще организованы интересные книжные выставки, выставки архивных материалов, фотовыставки «Актюбе вчера, сегодня». Маржан, скажите, в чем главная задача форума? Главная задача этого форума – объединить, во-первых, познакомить на сегодняшний день, в каком состоянии Актюбе, познакомить теми проектами, которые делаются благодаря поддержке предпринимателей, соответственно, привлечь инвесторов в развитие нашего региона. Основная задача. Чтобы они не забывали свою родную землю, и, конечно же, чтобы они не то что не забывали, чтобы они увидели своими глазами, и, соответственно, они могли внести свой вклад в развитие нашего региона. 29-го некоторые уезжают в районы, которые родились,
Врачи, например, уже начали работу, мастер-классы различные, операции. Вот, допустим, по сфере культуры у нас запланировали мы 9 мероприятий с участием наших звезд, которые вот будут принимать участие. Вот, допустим, хореограф нам ставит новые постановки. Аранжировщик проводит мастер-класс с нашими местными аранжировщиками, ну, как помощь. С актерами драматического театра будет встреча, мастер-класс непосредственно с нашими, ну, актерами, именитыми, которые вот будут здесь. Задача такая стоит, чтобы мы максимально использовали знания, умения наших земляков, которые приедут, чтобы они оказали нам и методическую, и практическую помощь. Маржан, спасибо вам большое, терпения вам. И, конечно же, ждем хорошего мероприятия для гостей и для актюбинцев в целом. Спасибо, Маржан. Ақтөбеде 28-29 қыркүйек күндері елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында туған жер форумы өтеді. Форумға әлемнің 20 елінен 300-ден астам жерлесіміз келеді. Мақсат – өңірден шыққан азаматтардың кіндік қаны тамған, қызмет істеген ауылдарының дамуына атсалысып, елді көркейтуге, жаңғыртуға үлес қосуға шақыру. Гостям мы всегда рады, но, пожалуй, никогда еще не было таких грандиозных встреч земляков. Многие из них, вероятно, увидят друг друга после долгой разлуки. Так что будет о чем поговорить. И оценить перемены в нашем городе. Ведь именно мы, здесь живущие, в ответе за то, чтобы он был чистым, удобным, комфортным и умным. А для этого еще нужно много сделать и серьезно работать. Вы смотрели «Город сегодня». Пишите на сайт rikatv.kz, а также в группу «Город сегодня» в социальной сети Facebook. Крепкого здоровья вам и вашим близким желает наш генеральный партнер «Банк Касанова».Паскаль, поступила онлайн-заявка на кредит. Отлично, за работу. Нужна волшебная карта. О-о-о! Максимальная сумма до 3 миллионов тенге. Минимальный пакет документов. Беспроцентный период до 50 дней. А главное, удобные процентные ставки. И не забудь доставить карту прямо в руки клиента. Касса Нова. Быстрый, комфортный, твой. 595. Звонок с мобильного бесплатный.